проходит открытый чемпионат города Уфы по художественной гимнастике 2013 года. На наших соревнованиях присутствуют гимнастки не только из Уфы и из Республики Башкортостан, а также гимнастки из других регионов Приволжского федерального округа и Уральского федерального округа. Такие города, как Челябинск, Можга, Ижевск, Пермь, Самара, Ульяновск, Елабуга, Казань. Мы уже в Уфу приехали второй раз. Ну так, на соревнованиях уже много раз бывали. Тут очень тяжело за площадку на виде. Очень маленькая площадка, непривычная. Я один раз участвовала в чемпионате Удмуртии. А так мы в основном участвовали там, где тренируемся. Первое выступление мое было за второе место, все остальные первые. В соревнованиях принимают участие около 200 гимнастов, выступающих по личной программе, и также команды, которые принимают участие в групповых упражнениях. По результатам данных соревнований будет формироваться сборная команда города Уфы. Это один из этапов отбора в сборную команду города Уфы.